Я тут как-то обмолвился, что последние лет 20 или 30 постоянно, в среднем 2 раза в год выезжаю за границу, езжу, путешествую, потому что мне это нравится. И люди у меня спросили, как мне это удается. Ну, во-первых, я работаю и зарабатываю. Во-вторых, я создаю условия, при которых я могу так ездить для себя. И все больше и больше я создаю эти условия. И все больше и больше я ищу такие места, как можно заработать через интернет, и нахожу их. Сейчас у меня половина или больше половины доходов, это они не зависят от места нахождения моего, то есть через интернет. Да и практически все, в общем, через интернет, и поэтому я могу уехать. Как это делается, я хочу рассказать отдельно. Если это интересует, то напишите, пожалуйста, интересует вас или нет, курс «Как зарабатывать в интернете». Для этого даже деньги не нужны, собственно говоря, для того, чтобы зарабатывать в интернете. Там никаких начальных вложений. Можно, так сказать, есть варианты, полно, и это доступно вполне себе. Ну, многим людям, но не скажу, что это легко. Надо учиться, конечно же, но, в принципе, все доступно. И я чем отличаюсь? Тем, что умею объяснять доступным образом сложные вещи. Так что, если интересует, напишите. Я учту и, значит, сделаю такой курс. До встречи.